Уверена, что декорирование тортов считается талантом? Ну, ты сказал, что не знаешь карате, наступил мне на ноги во время сальсы и наотрез отказался от художественной гимнастики. Прости, мое достоинство не влезет в трико. Знаешь, еще не поздно достать свою тетрадь и что-то спеть. Я не пою на публике. Те песни личные. Ну ладно. Значит, декорирование тортов. И знаешь, тебе это понравится. Прости. Интересно, что на тебя сегодня нашло? Да? Единственное, что могло бы улучшить этот день, это если бы мы избавились от той урны. Послушай человека, который украл нож, с которого все это началось. Это плохая идея. Было бы весело, забрали бы ее и поехали туда, куда бы она нас привела. Судя по словам того некроманта, приведет она нас в Маливор. Мы понятия не имеем, где это. Ты поговорим об этом в дороге. Я тут. Why don't we grow a little?